Музыка, поздравления и большая рабочая конференция под названием «Слово длиною в 110 лет». Так свой большой юбилей отметили в Верхнесалдинской городской библиотеке на Воронова. Самый главный подарок – глобальное преображение в современную модельную библиотеку на средства федерального гранта уже получен. А сегодня в гости пригласили коллег из школ города, техникума и правкома ВСМПО, чтобы обсудить современные методы работы и объединить усилия библиотекарей в воспитании молодого поколения салдинцев. А человек у нас в нашей стране должен быть читающий, грамотный. И вот мы сегодня и обсудим с коллегами, каким образом повысить нам это качество. У школьных библиотек как раз тот самый ресурс – это наши дети, это наше поколение, это наше будущее. И я думаю, что сообща мы сможем сделать в нашем городе, сформировать социально ответственные личности, и у нас в городе будут проживать грамотные люди. В рабочую повестку то и дело врывались поздравления и самые теплые пожелания в адрес коллектива. Это действительно во благо нашего города, во благо наших детей, во благо наших читателей. Поэтому от себя лично, как от жителя города, примите мой искренний поклон, слова благодарности. С юбилеем вас! Вы молоды, вы креативны. И спасибо вам за ваш труд. Дай Бог вам здоровья и благодарны читателям. Спасибо вам.